С 23 февраля по 4 марта госавтоинспекторы проводят профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности детей». Патрули максимально приближены к детским садам и школам. В дорожной полиции отмечают, что перевозка детей без автомобильных кресел – явление до сих пор достаточно распространенное, и призывают родителей не игнорировать одно из самых важных для них правил. Задача данного мероприятия – профилактика ДТП с участием детей. Хотелось бы обратить внимание родителей на данную проблему детской безопасности, призвать к соблюдению правил дорожного движения, перевозить детей с применением детских удерживающих устройств. Из практики можно сказать, что данное детское удерживающее устройство помогает сохранить здоровье ребенку и уменьшить последствия ДТП.